Кто по кому? А, я, да? Здорово, чел! Минус он, да. Живой? Живой? Да, но он вроде убил. Убил. Это бэкап. Дорогу. У меня пол. Убил челика. Алма ко мне подошел в спину. Хаешки у меня летят к магазину. Плюс теплак. 59 уровень тут у меня с РПКшечкой. Но это не тот, да? Понятно. Серьезно? Я же говорю, с холма ко мне подошел уже в спину. Пол? Это не то вообще. Еще. Пол, 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 пол. Уходи, уходи. Я зайду в сторону, короче. Прям вообще. Давай, давай. Да. Вот это его граната, это уже не мое. Третий поднимусь, этаж с окна пропекаю. Угу. У палатки. В кусты бежит, в крысокусты, понял, которые у палатки? Постоянно все в них прячутся. Да, 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 да. Вот на гранатах там. Да, через крышу буду спрыгивать и пушить все. Я по кустам контрольная. А труп? Труп, отлично. Убежал. Вот теперь и я хилюсь. Ты его подорвал. То есть спрыгнул с крыши, там сиганул, блин. Чё? По-моему, где? Не убил, не убил. Вижу. Убил. Хорошо. Ага, он там еле живой уже был. Ну, хэп дал. Я вроде тоже, но... Броня у меня на углу трешки от магазина. Там буквально первые кусты, вторые, может быть. Рядом с трупом такой? Нет, в упор к трёхе кусты. По 7 тут у него. Ну вот меня что-то какая-то ППшка зажимала. Фрешман. Ядрит там фонарь какой-то светит. Где? Я на третьем. Там труп с дробовиком, и на дробовике миллиарды фонариков, короче, блядь. Помоги мне третий. Что? Я пошел, смотри, будет пикать. Блядь! Убил. Выход на крышу был. Еще есть? Я просто прострелил. Не-не, я углы прострелил. По-моему, больше никого не было. Все, да. Убил так. Его лорд Пайнкиллер. Да, вот.
хорошо у меня маленькая ппшечка, блядь, я вышел. У нас обоих оружие застакалось, но у меня оно быстрее расстакалось, чем у него. У него ТХ-15 длиннючая. А там еще два трупа лежит. Один с МП-7, второго на лестнице убил. Вот с МП-7 я забираю. Это его убил вот этот дрон ТТВ. В дефике, блядь. Потато Channel, слушай. Нету Гронга. Надо искать Гронга. Никого не вижу. Что, по дверям? Закрыты. И слева, и справа. Там одна комнатка разбита, кину какую-то гранатку. Чё, черед? Эта граната просто сейчас бомба твоя была. Ты прыгал. Я на первом, ты его, да, взорвал. Ты его взорвал? Ты его взорвал 200 IQ гранатой. В комнате? Да. Ой, блин. Как раз таки вот этот. Читер. Я на улице вышел. Да? А я вижу, там шторочка. Че, загорели? Моя. А, сидит. Грона к аж. Смотри, может, такой есть. Он, я думаю, очень удивился, когда его взорвали. Я вас уёбков давил и давить буду, блядь! Чё? Я сказал, это второй этаж стройки. Господи, он очень долго не умирал. Чинюсь. Еще никого нету. Алло, где? А, вот и. Откуда? Магазина. Этаж? Или первый? Пока по улице бегает. Билми. Нашел. Тую ТВ 228. Эфочка. Угу. А, вот. Нашел. Ну да, с тебя пушку забрали и свалили. Жетончик оставили. Псай Фокс тебя убил с Вектора. Ну так рядом с тобой в 3 метрах лежит китаец. С двумя стволами. Это тот, который прибежал от трёхи. Тихо. Убил. Китаец, ты и побежал к трёхе. Он просто потом развернулся и на выстрел и прибежал сюда. Это еще один.
А, спортсмен какой-то. Нилич. Просто мимо пробежал? Все. На автобус пошел, походу. Автобус сейчас у него должен приехать. Я уже палец устал тапать. Я уже палец накачался, там маленький бицепс на пальце такой появился. Такая шичечка, знаешь? Да-да. Банка. Но если этот Псай Фокс, сука, до сих пор где-то сидит. Теплом. С теплом. То как бы до свидания. Такс. Ух, на выходе. Убил телобот? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Пятеро всего. Мне казалось, больше. Слишком уж напряженно там было. Я тут нолик обошибся. Mm. Я хотел 100 просто купить. Купил 1000 случайно. И почем? Ну, по 3000 с хером за патрон. 3 ляма ушло. Не, сколько ушло? Ну, 3,5 деталем. Понятно. Все понятно. Я потом нашел денежный кейс в следующем рейде. А в следующем еще один денежный кейс. И все. Купил? М? А купил? Да. Ну ладно, че? У меня 72 ляма. Только не говори, что тебе вот, тебя типа не заделает, не покоробило, что я нашел 2 денежных кейса. 72 ляма. 2 денежных кейса, 72 Аня. 72 ляма. 2 рейда подряд, 2 денежных кейса. 72 ляма. Я тебе больше меченку не буду давать. Ну, хорошо, будешь чистить третий этаж сама. Да от типов, проблем. Которые там сидят. Да без проблем. Тогда мы тебя не будем раскидывать. Точнее, выносить. Я тебя тогда тоже с тобой больше не буду выносить. А я вообще при каком боку? Мало ли, опять крайним окажешься. Там разбираться никто не будет. Двит вышел в 4 классе, а Немету прострелил ноги из-за этого. Кто его знает? По цепочке пошло. Кто знает этих женщин, но... А, кстати, чисто психологически, если я буду, короче, если Вит будет ходить в 4 классе, а я за это буду простреливать ноги Артёму, Артём будет обижаться на Вита. Да, да, а ты будешь вообще не при делах, типа, да, получается, или чё? Не, на самом нормальную деле... ты позицию заняла. Один слева, второй справа. Справа осталось. Они внутри, на втором этаже у меня еще есть. А ты убил там кого-то, нет? Одного, одного. Еще там. Идем. В правом углу в темноте. В правом или в левом? Ну, был в правом, сейчас не знаю, может быть сместился. Что-то скорострельное там вышло. АПшка. Чувак на АПшку. Я вот здесь. Аккуратно вскочила она. В углу, да? Где-то там же, да. Не видно. Подвали в углу? В ангаре в углу. Ты в левом, да, в углу что-то находишь? Нет, я прям по центру ангара. Где-то ползает у меня. Слышу, слышу, ползает, да. Стал, да? Да. Ой,
убил. No Russian. Я забайтил его. Хорош. Я захожу. Давай, давай. Угол чисто. Где он там лежал? Вообще херово знаю. Вот он. Да здесь-то я понял, в правом углу где он был. No Russian, да, он. А там, посмотри, какой угол. Я туда все гранатами обкидал. А вот тут трубчик в углу. Че, взорвал, может, кого-то? Ты взорвался, я там тут одно. А, ну понятно, значит, вот там-то я услышал, что он есть справа. А вот этого я уже не знал, типа. У меня была информация. Капитально оккупировали. Нет, нормально. Не, вообще они мигают, как проблесковые какие-то. Ну, одного ник Фатрат. О, а я убивал его не раз, кстати. Писал, да. А-а-а. Фига он зашкирился. А это Турбо Рад. Ходы ты хочешь? А, здесь, кстати. Короче. По мне. Прибежал в сетки тоже. Ты откидываешь? Да-да. Слева уже. Там, где я раскидывал Аню. Убил. Лопот, убивший снайпера, походу. Слышь, ты нелюдь! Хлебало! Не забрал Артем. Шенечка. Бел. С какашкой стоит, крысит, блин, умник. Сколько было? 100%. Сейчас похиляюсь, я тут какашку напитывал. Блять, у меня железоплатник. Ёпты, толпа. Ребята, я бегу от холма по подбору. Ребята, не надо, блять, не надо. Можете зазонить? Нет, я пока в крысу играю. Они зашли вдвоем и сели в конце коридора. Ты на каком? На втором. И они на втором, да? Да, да. Я могу попробовать от этого. Тихо. Убил. Обоих? Да. Как больно-то. Чем вы там стреляете все такие? У меня аж слик. А, у меня слик 0 уже, все, я понял. Я здесь убитый, у меня брони нету. У меня по деньгам все плохо, если машина ходить. А у меня есть деньги. Бегаю тогда в двушку. Мне будет работать. О, денежный кейс. Вот это я понимаю, блин. Вот, в принципе... С этого надо было все начинать, прям. Зота! Сколько это магии впитал, мне интересно, всех в голову. 619 урона я получил. Че это? У меня один минус. У меня гаражи. Помогите! Алан, ты где? Убил. Хорош. Я поднимаюсь. Что там у тебя еще? Я не знаю, я на первом одного убил. Витя, где? Дай инфу. В гараже сижу, лечусь. Между гаражами. На танке. Кто аренды? Враг. Враг, да? Победа. Да, враг. Кто аренды? Я на дороге.
Я у бомжа хилюсь. Это фигня, я пришел, он в дереве стоит, чувак первый. Я просто прострелил. Кто по кому? А, ты, да? Здорово, чел! Минус он, да. Ты живой? Да-да. Гранд закидал. Ну а чё, а грены? Дальше пойдем играть. Нет, еще без грен. Всё, кидал. Железо у нас. Живой? Да, но он вроде убил. Убил. Угу. Дверь. Давай, я лечусь. С мечники что лежат? Откуда у него 5-7? Ты мечнику не чекал? Нет, я внутри даже не понимал. Он прыгал, говоришь? Ну как будто прыжок какой-то. Так это туалет первый, скорее всего. А почему я вот так отчетываю? Ступеньки контролю. Я по ступенькам на втором. Я здесь чисто. Да, тут никого. Ты на первом, да, уже? Я между первым и вторым. Угу. Да, 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 вот же туалет, я говорю. Я вышел на улицу. Сдохни, блять, убил. Меня, говорит, это птица, которая под мостом летает. А кто это? Как их называют? Когда там самолеты летают под мостами, типа. Фристайл шоу такое, видишь? Там вверх ногами под мостом пролетает вот это вот. Птица фристайлер. Мертвый тут один на железке. У бетонки. Я пришел на яму. Бил? А, ну вот дробовик. Я думаю, что тут такое стреляло. Слева от стройки. По-моему, минус. Граната, ты? Нет, он. Блять, тут еще. Давай. На стройке. Блять, еще справа. Херово, хакашка. Убегает, на огне опасно. На квестовую. Один хп у брони, блять. Как вы задолбали, блин. Так, отъехал. Убил? Ты убил его, да. Вот этого я убил, тут интересно. Походу нет. Да, он выжил. А где убил ты? На крыше или где-то? Нет, дальше просто построй. А, он уже ушел. Ладно, пойдем. Кто? Кто броню рисковать? А! С компами! Пулка, пулка хорошая. Два. Один минус. Второй слева. Слева входит.
Он забежал, походу, внутрь между бойлерами. Хорош. Стемочка. Давил и давить буду, да, блядь! Мразота! Ну и чё ты там стонешь? У меня два непролутанных. Где могут быть? Я их взорвал, походу, потому что у них разница в доли секунды. Где мог это быть? Там кидал, гранаты кидал на той стороне? Одного я, вероятно. А хотя у меня ж нет убийства гранатами, блядь. А мы же стройку и не смотрели. Он, наверное, провалился под лестницу на стройку. Вот что. Может быть. Потому что я стрелял по лестнице. И его не было же нигде. То есть, было, ты видел двоих, одного я убил, и один пропал. Да, да. У меня нет убийств гранатами вообще. Я, значит, первого убил за... Хотя, у них разница в одну долю секунду. Бировец и Юсек. Алтын, блядь! Убил. Кто подпитал себе, это жесть. Там алтын на 6 класс, скорее всего. И теплак вроде. На Мия. Да, слик, Мия с теплом. Там можно для новичков, как бы, да. ВХ, блять. Нужно и как бы бан получить, в принципе, за такое. А чё, прям? Я вот через дверь. Я увидел, я это увидел. Первый уровень. Прости, чел, прости. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.